28 августа 2024 год. Сегодня мне 50 лет исполнилось. Соответственно, делали мне подарок в честь юбилея, видимо. Костенко Максим Александрович, мы с юбилеем. Юбилейные монеты. Очень, очень каламбурно. С юбилеем юбилейные монеты. Донецкие аэропорты, ну, все связанные с военными действиями. Я командиру сказал, когда он мне дарил, так я теперь нумизмат. То, что денежные знаки для вас редкость, не делает вас нумизматом. Как сказал я в своем же собственном афоризме. Повитренные ссылы. Я даже не знал, что у нас столько юбилейных монет есть, связанных с военными, вооруженными силами специальных операций, искомые морские силы, Антоновское место, Ладушки. Будем праздновать.